В настоящее время, 13-го, в 7:30 уровень воды в реке Урал вблизи села Березовки составил 777 сантиметров. Угрозы подтопления и затопления жилых домов и надворных построек нет. Вчера уровень воды составил 828 сантиметров, и он продолжался вот на этом уровне держаться до 10 часов. Затем постепенно начался спад уровня воды. Мы поддерживаем телефонную связь с Кизельским районом, с Магнитогорским гидроузлом. По их данным, в ближайшее время повышение уровня в реке Урал не ожидается.